Всем привет, дорогие друзья! Сейчас 7 октября, 6 часов 20 минут утра. Я вышел из дома. Вот сейчас буду ехать в колледж. Сервер в МАУП. Кто не знает, это возле... Это на Черноморского казачества 19. Но это пройти где-то полторы остановки от Пересыпского моста. Ну, там, где конечная 191, там, где... 232 проходит, в принципе, сейчас. Буду садиться на 191. В это время они идут пустые, так. Горит красный свет. Ну да похуй. Спокойно можно перейти. Смотрите, вообще ни одной машины практически. Продолжаем спокойно нарушать правила дорожного движения. Без опасности вреда для себя. Ну и, в принципе, все. Так, уже раз вышел, посмотрим. Небольшой обзорчик. Как мы видим, людей крайне мало. Ну, что ж вы хотите. Половина седьмого, ладно. Ладно, спасибо за просмотр.